Танцуй, пока молодой. А еще дерзай, занимайся спортом, изучай историю и новые науки. Одним словом, пробуй себя во всех сферах. В Одинцово отметили Международный день молодежи. На нескольких площадках молодежные организации округа демонстрировали свои навыки. Существует большое количество молодежных направлений. Государственная молодежная политика, она очень широкая. Она охватывает практически все деятельности. Она межотраслевая, то есть она и спорт, и культура, и все в молодежной политике, все представлено. И политика, и медиа. Вот. Это первое. Второе, показать молодежи, насколько большое количество тоже такой же молодежи увлекается этим. И можно здесь найти единомышленников, пообщаться, подружиться, тоже как-то приобщиться к чему-то. Или наоборот, подойти с какой-то инициативой, организовать что-то свое. Дети нового поколения с малых лет умеют пользоваться компьютером и любыми гаджетами. Живут в режиме многозадачности, информативности, передовых технологий. Здесь у нас сегодня развернута такая мобильная телестудия. Начинающие журналисты, которые вчера еще были начинающими, сегодня уже проводят мастер-классы новичкам, желающим прийти, желающим окунуться в мир журналистики, блогинга. Они в курсе всех модных тенденций. Интерес к здоровому образу жизни сейчас на пике. Но пропагандировать ЗОЖ необходимо с самых ранних лет. Происходит формирование личности сейчас, и мы многое впитываем из общества, не задумываясь, просто потому, что так делают большинство. И, к сожалению, большинство, у нас 40 миллионов курильщиков в стране, это среди взрослого населения, и дети получают, много неправильного примера. И потребление алкоголя, к сожалению, тоже у нас достаточно высоко, и о ЗОЖе надо говорить правильно и четко и ясно. ЗОЖ – это ноль сигарет, ноль алкоголя. Это движение, это физкультура, это правильное питание. На патриотических площадках проходили зрелищные сражения на средневековых мечах. А погрузиться в атмосферу времен Великой Отечественной войны могли все желающие, самостоятельно собрав макет военного самолета. Ребята пробуют свои силы в сборке военно-исторической миниатюры. В данном случае в масштабе 1 к 144 они собирают тяжелый английский бомбардировщик. Вот барышни справились быстрее. Для любителей науки – робототехника, интеллектуальные игры, химические опыты с жидким азотом. И теперь мы опустим бутылку в теплую воду, чтобы шарик надувался быстрее и... Бабах! Вот так. Такие активности интересны в любом возрасте, уверены организаторы. Международный день молодежи – это семейный праздник, где подрастающее поколение заявляет о себе, раскрывает свои таланты, а взрослые могут поддержать их в этом. Официально молодежный возраст – это возраст до 35 лет. Но в такой атмосфере активных, позитивных, спортивных, красивых о годах никто и не думает. Ведь молодость – это не период, а состояние души. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».